Всем доброе время суток. С вами канал Воха54 и я Владимир. Сегодня я буду делать ножки кабриоль и покажу, как я это делаю на ленточной пиле. Для этого был сделан вот такой шаблон. Ножки. Здесь у него две базы. Вот одна база с углом, видите? Вот вторая база с углом. То есть по диагонали две базы и два прямых выхода. Здесь у него вот такой ограничитель высоты. Это когда ножка перевернется, второй раз будет резаться, и прямая база уходит сюда. И чтобы сориентироваться, вот эту опускаем и поднимаем заготовку до этого упора и фиксируем саморезами. Да, фиксируется все на саморезах. Резать буду 4 штуки. На ленточке установлен вот такой копир. Я уже его показывал. Сделал я его через транспортир. Копир, транспортир. Прям рифмуется все. Вот, чтобы голову не дурить себе всякими фанерками, просто прикрепил на транспортир, убрал там шайбочку и затянул, чтобы он никуда не двигался. Здесь запас 2 мм от ленты сделан на обработку. Вот такого плана все. Ну а чтобы сохранить геометрию, буду обрабатывать на барабане. Шлифовальный барабан. Тоже я его показывал. Здесь у него стоит кольцо по диаметру барабана с наждачкой. И снизу стоит подшипник. Вот он, подшипник, видите? Вот он. Где он? Вот он. И он входит в гнездо. И таким методом все фиксируется. Вот, вошел, все. То есть, не вынимая из шаблона, делаем две стороны. Первая, вторая сторона. После выреза на ленточке сразу обрабатываем в барабане. Потом переворачиваем, опять вырезаем на ленточке и опять обрабатываем на барабане. И таким методом будет сохранена геометрия, ну и ножка будет сразу шлифованная. Сейчас я вам продемонстрирую. Закладываем ножку в шаблон вот таким методом. Опираемся на диагонали, на углы на эти, и фиксируем саморезами. Все, таким методом брусок у нас закреплен, заготовка. Вот эта штука, она вровень, видите, с вот этим брусом. И когда заготовка вырежется, перевернется, то прямая база уйдет вот под этот вот уголок. Ну а она навесен, чтобы туда закидывать заготовку. Ну все, пойдемте пилить. Вот одна сторона у нас
вырезанная. Видите, все по шаблону. Что здесь самое главное? Самое главное, это не надо торопиться и не надо давить. Надо помнить, что это не фрезер. И пилить очень аккуратно, без надава. Толкать грубо не надо. Просто надо чувствовать полотно. И тогда будет все легко идти. Если даже где-то вот маленько не взяло, то лучше повторить и еще раз, так сказать, подпилить. И таким методом все идет легко. Вот здесь я маленько не допилил. Вот видите остаток. Сейчас я его подровняю. А если за раз пытаться выпилить, вы просто не почувствуете полотно и уйдете куда-нибудь в сторону. Итак, одна сторона у нас есть. Теперь надо перевернуть заготовку. То есть переворачиваем заготовку. Выступом вверх, вот этим выступом вверх. Вот таким методом крепим вот эту сторону. Эта сторона у нас сразу базируется. Это вверх. Ее крепим. А вот эта сторона, вот где стоит вот этот упорчик, вот он. Видите? Вот он для этого и создан. Вот сколько он не дошел. И сейчас я его приподниму до этого упора. Вот. И зафиксирую также дальше саморезом. Вот и все. Вот для этого существует вот этот упорчик, чтобы поднять заготовку. Ну и режем вторую сторону. И вторая сторона тоже готова. Видите, и вот ножка кабриоль уже. Все, она готова. Теперь ее надо отшлифовать. Ну и выровнять всю базу. Все вот эти погрешности пилы надо убрать. Сейчас пойдем сделаем. Для этого запускаем барабан. Я пока вытяжку еще не цеплял, чтобы показать. Ну а потом я сюда шланг уже буду со стружкоотсоса. И таким методом все то же самое, как на фрезере. Обрабатываем две стороны. Потом переворачиваем и еще две стороны. Можно сразу ножки все пропилить, а потом это также на шаблон ставить и обрабатывать. А можно это делать, отпилил, обработал. Но я просто показываю, чтобы время не тянуть, сразу ее сейчас здесь и обработаю. Вот, две стороны сделал. Сейчас переверну и еще две стороны сделаю. Лучше, конечно, обрабатывать сразу. Две стороны сделал, потом обработал.
Вот и все готово. Вот такого плана все. Полностью шлифованное и с хорошей геометрией. Ну вот, ножки закончил я. Быстро, за полчаса управился. А что там, накопили, быстренько на ленточке вырезал, на барабане быстренько отшлифовал. Таким образом свелись все грани, видите? Все четко, все одинаково. Ничего такого нету. Вот, один косяк я сделал, ленточка зарылся. Ну, обнаглел уже, начал давить и сразу закопался. Поэтому надо чувствовать, когда по копиру идешь. А так все грани на месте. Ну, будут подрезаться, вот видите линии. И на шаблоне тоже есть линия отреза. Вот она. Сразу, когда еще в брусе было заготовки, сразу и наносилась разметка. Все линии в уголочках. Все четко. Когда шлифовал, наждачка вырвалась с барабана, видать, ну уже крошится она вся, вот это сорвало канитель. Ну и тут так начало хлестать, я аж вот сюда вот присел, ну и быстрее выключил станок. Жалко, что не снимал, интересный был бы фейерверк. Ну вот, закон подлости. Делать я с ними ничего не буду. Там стол или еще что-то. Просто меня попросили сделать их. Где-то там переломали ножки. Ну и попросили сделать 4 штуки на один стол. Ну, я, собственно, и сделал. Сделал их маленько по объемности. Там совсем тоненькие. Но я их маленько по объемности, чтобы покрепче были. Сейчас еще доведу их тут немного. Посмотрю, что с ними буду делать. Может быть, еще одно видео сниму. Но это и так видео длинное. Поэтому на этом все. Всем удачи. До встречи.